Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Доброе время суток всем. Меня зовут Мурат, я из Казахстана, город Павлодар. Хотел сделать отзыв о котле «Градиент». У меня 6-киловаттный котел «Крепыш-6», дом 100 квадратов. В прошлом году я делал отзыв, еще хотел по зиме сделать. За всю зиму у меня было потребление 9000 киловатт. За весь период зимний. 9000 киловатт, это если перевести в доллары, то получается примерно $320 потратил я за зимний период. Теперь в этом году были морозы у нас с декабря, где-то 2 недели с числа 25 декабря, ну в общем весь декабрь были до 41 градуса морозы. Котел выдержал, дома было тепло, комфортно. Он работал в том же режиме. Единственное, что у меня была обратка до этого 38-39. Во время морозов 41 я поднял до 44. 42-44 было. И, альхамдулиллях, котел было, выдержал испытание. Так что всем советую, предлагаю. У него год гарантии, надежный, экономичный. Если что, звоните, приходите. Всегда можно посмотреть. Хочу добавить, у меня напряжение в сети одна фаза 220, и в этом году, которое потребление было, у меня в октябре 250 киловатт, в ноябре 1250 киловатт потребление, и в декабре потребило 1940 киловатт, котел потребил. Хотел добавить это.